еще раз, еще раз. Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Чудесным экспромтом порадовала Диана Анкудинова своих слушателей. Просто, без затей и мощно. А ведь далеко не каждый певец может исполнить эту песню. Давайте мысленно представим, кто из известных исполнителей мог бы также без стеснения исполнить эту бессмертную композицию. Еще раз, еще. Друзья, ну как можно было не принять эту умницу в училище имени Гнесиных? Непонятно. В таких случаях вспоминается и Федор Шаляпин, которого не приняли в хор, а взяли на его место Максима Пешкова. Ну, что мы будем петь? И даже знаменитую Фросю Бурлакову из известного фильма «Приходите завтра» тоже приняли в учебное заведение не сразу. Так. Об этой истории вовремя напомнил нам наш зритель в своем озорном комментарии. И в той, и в другой истории присутствует добрый человек, повлиявший на судьбы певиц. В фильме это мудрый педагог. Матушечка, поцелуй ты меня, а в случае с Дианой Игорь Крутой, принимавший решение о награждении девушки в проекте НТВ «Ты супер» и подаривший ей квартиру в Москве, чтобы юная певица с мамой могла жить в столице, учиться и совершенствовать свой талант. Ну, Бурлакова Фрося, будь здорова! Спасибо и вам, не хворать. Стараюсь. А вот на эти кадры нельзя смотреть без слез. Игорь Яковлевич! Это наше будущее, большая беда. Спасибо. Давай слово. Чтобы... Сколько теплоты и милоты в них. Как здорово, что Диана помнит добро. Да и Игорю Яковлевичу приятно, что он смог что-то сделать для начинающей певицы. Да, что ни говори, но уж очень напоминает история Дианы историю Фроси Бурлаковой. С той только разницей, что Диана на сцене с малых лет. Как ни странно, но, судя по комментариям, даже наши зрители не знают, что Диана Анкудинова – многократная обладательница гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов. Ее талант был отмечен на национальных и международных состязаниях, китайском конкурсе юных артистов, конкурсе «Таланты земли Волжской», а в 2017 году Диана стала обладательницей золотой медали Всероссийских молодежных дельфийских игр. После головокружительной победы во втором сезоне проекта «Ты супер» на канале НТВ копилка наград юной артистки пополнилась новыми премиями, среди которых –
приз зрительских симпатий на конкурсе «Новая детская волна 2018» гран-при проекта «Ты супер! Суперсезон». Общее количество просмотров в интернете песен в исполнении Дианы – более 350 миллионов. Зарубежные блогеры делают видеообзоры, восхищаясь русской девушкой со сложной фамилией и божественным голосом. Фан-клубы Дианы есть даже в Индии и на Шри-Ланке. Друзья, не пропустите! Вы можете увидеть талантливую певицу на ее сольном концерте в бар-клубе «Гнездо глухаря» 10 сентября 2020 года. Это перенос ее концерта с 14 июля. Друзья, всем счастья и здоровья! Берегите себя и своих близких! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Само в ладони падало, пугали расставания и расстояния. Только одна мечта моя. Дороги запомнится, дороги, которой на карте, к сожалению, нет. Только одна мечта моя. Они играли.